Видео. Ну что, привет. Как видите, все-таки настал тот день, когда мы реализовали этот сложный проект, потому что... Да, готовили мы, наверное, больше месяца. Ой, мне кажется, запланировано очень давно, потому что люди меня уже клюют не первый там, месяц, потому что когда же это будет. Вот мы выбрали день, и, к сожалению, погода опять против нас. Но это, как всегда, на любых наших фотосайтах, погода или что-нибудь еще идет нам в разрез. Но, как видите, нас это не напугало, и все происходит. В этот раз у нас прям большое количество людей задействовано было, в том числе и дистанционно. Великий дедушка сделал нам настоящие металлические когти, так что это не какая-то там пластмассовая фигня, как бы меч зимой. Так что вот, у нас уже все серьезнее. Ну вот видите, обстановочка соответствует. Наша аппаратура, на которую мы все снимаем. Аппаратура, которая нам служит верой и правдой. Наконец-таки фотограф попал в кадр в какой-то веке, да? Кстати, да. Вы, наверное, нет, ну некоторые, может быть, видели на фотографии. Вот. Запомните человек. Его. Человек. А так я всегда был за кадром. Да, это он фотосеты все делает. Очень успешно, мы довольны, рады. Воплощать мои идеи в реальность. Вот уже, кстати, почти год, как идея фотографирую. Ну, кстати, ну как? Ну да. Почти год. Первый фотосет на цифровика обычный, то да. В июле уже будет целый год, как мы фотографируемся с первого нашего проекта. Октябрь, да. Ну, уже прошло тоже очень много времени. Полгода. За это время, как видите, мы уже сделали много всего, чтобы набрались опыта и... Вы молодцы! Вы молодцы еще! А скоро я тут за кадром тоже буду фотографироваться! Все люди, которые участвуют каким-либо образом, засветятся вместе со мной. Да. Так что ждите наших новых проектов. Ой, я и одна засветилась. Сейчас мы пойдем продолжать нашу съемочку. Еще увидите моменты со съемок.